И это выглядит абсолютно логичным. А если бы он еще и не потерял балл на дедакшене, то все было бы еще лучше у него. Артем Григорьев. Артем Григорьев тренируется в ЦСКА у Елены Водорезовой. В этом году взял призы на Кубке России. Но, пожалуй, все. Одной из версий вариации на тему Паганини Артем Григорьев заслужил сейчас аплодисмент.